12 августа, в День военно-воздушных сил России, губернатор Игорь Руденни и Владимир Васильев посетили авиабазу «Хотилово-2» в Вологодском районе. Глава региона вручил региональные награды военнослужащим. Напомним, что 790-й истребительный авиаполк в годы войны прошел героический путь от Черного моря до Кёнигсберга. Сейчас аэродром находится в постоянной боевой готовности, обеспечивая охрану воздушного пространства Москвы и Центрального промышленного региона. В ходе визита Игорь Руденни вручил почетную грамоту главы региона старшему штурману войсковой части Игорю Лютову. Благодарность губернатора была объявлена командиру эскадрильи Николаю Распопову и заместителю командира части Ринату Нуриахметову.